есть манипуляторы типа LipMotion. Они позволяют перемещать объекты в действительно трехмерном пространстве. Таким образом, за счет этого нехитрого улучшения, вы можете лепить виртуальную глину своими реальными руками. Еще большего эффекта позволяет достичь Razer Hydra, который фактически является продолжением ваших рук в трехмерном пространстве, и очки виртуальной реальности Oculus Rift, при помощи которых вы можете видеть редактируемый, создаваемый объект прямо перед собой, таким образом, как будто он находится в пространстве перед вами. Посмотрите, как фантастично это смотрится.